В Новочебоксарске стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Вчера с 16:30 на площади Победы, на Соборной площади и у гипермаркета «Магнит» волонтеры раздали горожанам главный символ Победы – оранжево-черную ленту к ордену Святого Георгия. Волонтеры вручили порядка 2000 лент. Для тех, кто оказался в это время на площади Победы, повезло еще больше. Здесь под аккомпанемент песен военных лет волонтеры дарили прохожим ленты в военных гимнастерках. Следующие акции состоятся 1 и 8 мая.